играли вроде неплохо, но в основном без мяча. Голы забили из-за своих же ошибок. Сами же накосячили, сами же и получили. Ну, я думаю, сопернику так, в общем, ничем не уступали. Как бы единоборство выигрывали, вроде и атаковали. Неплохие атаки провели во втором тайме, могли и забивать, но что-то помешало. Не по этой даже игре, наверное, а по всем играм, которые мы здесь играли, только хорошее впечатление, то есть достаточно сильные соперники, то, что нам и надо было перед чемпионатом. Но сегодня, опять-таки, равная игра была, невынужденная ошибка в середине поля привела к забитому мячу. Свои два момента, которые у нас были, такие достаточно голевые, мы не забили. Здесь нам все понравилось, все, что мы запланировали, мы все выполнили.